Здравствуйте! Нам нужно решить уравнение и исключить посторонние корни. А что такое посторонние корни? Когда мы решаем рациональные уравнения, то в ответе мы можем получить такие значения переменной, при подстановке которых в первоначальное уравнение может получиться неопределенное выражение. Такие значения и называются посторонними корнями, поскольку на самом деле они не удовлетворяют уравнение. Перед нами уравнение x квадрат делить на x плюс 2 равно 4 делить на x плюс 2. С самого начала мы должны исключить все значения x, которые делают уравнение неопределенным, хотя мы еще не знаем, получим мы их в ответе или нет. В данном случае это значение, которое обращает знаменатель в ноль. И едва посмотрев на уравнение, мы можем сказать, что если x будет равен минус 2, то этот знаменатель и этот будут равны нулю. А на ноль, как мы знаем, делить нельзя, потому что в итоге у нас получится неопределенное выражение. Теперь можно приступить и к решению самого уравнения. Сначала избавимся от дробей. Для этого мы умножим обе части выражения на x плюс 2. x плюс 2 разделить на x плюс 2 равно 1. Мы предполагаем, что x не равен минус 2. В правой части x плюс 2 разделить на x плюс 2 также равно 1. В итоге уравнение уже выглядит так. x квадрат равно 4. В принципе, можно вычислить x и в уме, но я хочу, чтобы все было записано должным образом. Перенесем 4 в левую часть уравнения. Придадим выражению стандартный вид квадратного уравнения. x квадрат минус 4 равно 0. Я просто вычла 4 из обеих частей уравнения. Теперь мы можем разложить это выражение на множители. Это разница квадратов. Значит, x плюс 2 умножить на x минус 2 равно 0. Выражение в левой части будет равно 0 только в том случае, если один из множителей будет равен 0. А значит, x плюс 2 равно 0 или x минус 2 равно 0. Если мы отнимем 2 от первого уравнения, то x будет равен минус 2. Если мы прибавим 2 к обеим частям второго уравнения, то x будет равен 2. Таким образом, оба эти значения удовлетворяют последнему уравнению. Но в самом начале мы исключили одно значение. X не должен быть равен минус 2. Значит, x равное минус 2 – это посторонний корень уравнения. Запишем. Посторонний корень. Это означает, что данное значение не удовлетворяет первоначальному уравнению. Оно является корнем уравнения x квадрат равно 4, но ни в коем случае не вот этого рационального уравнения. Проблема в дробях. Если мы подставим минус 2 вместо x, то знаменатели будут равны 0, а на 0 делить нельзя. Значит, x равное 2 – это единственное решение. Мы можем проверить это. Подставим вместо x в уравнение 2. 2 в квадрате – это 4. Разделить на 2 плюс 2, то есть на 4. И это должно быть равно 4, деленному на 2 плюс 2, то есть на 4. Так оно и есть на самом деле. Единица равна единице. На этом все. До скорой встречи!